Левобережный пляж. Точнее, парк Левобережный. Есть кабинки для переодевания, много таких конструкций, по которым детям можно бегать, прыгать. Песочек, шезлонги, велодорожки. Мороженое, кукуруза. Вечером есть подсветка. Купаться сейчас запрещено. Есть велопарковка. Душ холодный. Вот кафешка двухэтажная. Медпункт. Пляжный волейбол. Несколько туалетов. Все оборудовано, в том числе для инвалидов. Футбол мини. Гостиница «Союз», переименована Holiday Inn. Небольшая парковка. Есть еще площадка для воркаута. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал.